Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. И в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это долгожданный выпуск. Моменты жизни. В марте я потихонечку, помаленечку чем-то занималась и просто пыталась жить. Но у меня все равно что-то получилось снять, поэтому сейчас садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. У меня вишенка упала в колу. Ну, вишенка упала в колу. Получилось кока-кола черри. Сососола черри. Я пришла к Наташе в гости, пока она не уехала. Она мне говорит, подарок еще какой-то. Какая у тебя вечеринка? Эйфория. Эйфория. Ну, если тебе подойдет. Покажи сначала зрителям. Показала зрителям? Да, показала. Открывать? Да. О май гад! Это мне? За что? За то, что ты такая хорошая. Да не, да, я просто увидела, такая думаю, надо ее купить. Крутая какая! Я... У меня вроде бы еще день рождения. Она эко, потому что я ее купила в секонд-хенд. Блин, капец, она такая клёвая. Да, она реально тебе больше идёт. Я так рада, Максим. Блин, такая клёвая, пойду на переговоры, подписывать документы. Так, держи, мне надо блины переворачивать. Вот Наташа масленица, мы с ребятами еще никак не можем это... Смотрите, какая я смотрю, да? В январе мы стали вот этот вот холодильник, холодос. Наташа боится, переживает, говорит, Адидас сейчас следующий, Пума потом... Адидас уже сегодня уже утром. Все. Пума следующий. Так я говорю, что ты переживаешь? Пойдем в лес, наколем дров, наломаем этой хвоинки, ворсинки, бересты, лапти тебе свяжем, будет у тебя Russian Puma. Пума... Стартап. Это хороший стартап. Ребята, кто это смотрит, пожалуйста, берите на вооружение из бересты делать себе калоши ваши. Знаешь, Пума уже в России не водится. Надо что-то такое взять русское. Медвежатина. Медвежатина. Bear. Лося какого-то, оленя, что-то такого. Ну, быстро же они бегают, горцуют. Вот. Поэтому Russian стартап. Никаких Пума, Адидасов, Найков нам не надо, мы можем сами. Можно еще сделать пихтовые стельки, чтобы вкусно пахло. Дышать нога будет? Дыр будет все. Мне кажется, надо дышать будет в первую очередь. За ценой актуальный директ. Слушай, реально? А что переживать-то? Все равно дома сидим, никуда не полетим, никуда не поедем. В Москву. Мозгу Never Sleep дойдем. Ломоносов в свои года дошел, и мы тоже дойдем. Ладно, спасибо за внимание. Пожалуйста, всем. Там еще не ты, но уже не я. Там еще не ты, но уже не я. Новых близких встреч, робкие шаги. Сделай что-нибудь, от меня беги. Нет, еще нет. Пока не все вместе. Мои глаза, я любила тебя. Твои пластинки слушала я. И каждый находил себя. Зачем остановила меня? Небо, я любила тебя. Ой, я. Твои пластинки слушала я. Юля, сядь, пожалуйста. Да, лучше тебе сесть. Реально. Ну, нам тоже страшно, садись. Готов слышать правду. Ну, говори. У меня ж сердце бьется. Кока-кола закрывает заводы на территории России. И выходит с рынка. Чни, а Пепси? Да. Пепси тоже. Это же одна. Юля, держись. Серьезно? Я серьезно. Это с сегодняшнего дня. Они выходят из российского рынка. Юль. Подождите, я прочитаю новости, я не сейчас верю. Сейчас тебе визу прислала список компаний, которые уходят с рынка, и там вот такой вот. Юля, держись, над нами страшно. Нет, а что мы пить будем? Алиса Кола. Нет, Байкал. Сука, майонез закрыть и все. Мы же шутили вот об этом 2 дня назад. Мы шутили, сейчас это реальность, это не шутки. А ты? Что еще? А Маша знает? А как мы? Я хлебни, Юля. Давай, хлебни. Это наша идея купить пепси, ну типа колу, пока есть в магазине, заморозить маленькими кубиками. И воду добавлять, типа. Давай, хлебни. Последние глотки. Этот аромат ты чувствуешь? Вот такие энергетики тоже входят в корпорацию PepsiCo. Юля, ну я не знаю, что теперь нам делать. А чё? Нет.
Реально, что мне пить воду с сахаром? Жесть. Чай? Кофе? Чай с сахаром. Или цикорий? Держись. У нас же началась масленичная неделя, друзья. Мы уже... Какой это день? Это третий день, она идет. Мы только сейчас дошли до блинов. Сегодня 3 марта уже? Нет, сегодня среда. В общем, мы с Машей договорились о том, что я сделаю вот эту бодягу, она начнет жарить. У нас не было дома сахара, мы взяли вот этот сахар, который стики. Ох ты ж! Ну это хорошее заявление! У нас нету половника, поэтому мы взяли мою маленькую кружечку. Это мой, кстати, размер реально. И то я не добиваю. Мама, по-моему, говорила, короче, берешь блин, вот, и, короче, его нужно свет, и, типа, чем больше дырочек в блине, тем, типа, ты будешь богаче. Я огромная. Напоминаю, сейчас происходит событие, когда у нас доллар под 100 с чем-то рублей, да. И евро больше, так и что никаких дыр! Отпусти и забудь! Пришло уже не вернуть моменты жизни. Готова? Кока-кола остается с нами. Да? Да. Покажи, точно? Чтобы она хотелось. Это точно. Ну пока что, на данный момент. Счастье, счастье, пожалуйста, в камеру. Счастье в глазах. Девочки, вы мне так... Не предал, не предал нас Кока-кола. Это скрин. Это скрин. Мужички, я так рада, что я не могу. Живем, девочки, живем, живем. Спасибо за подарок на 8 марта. Кока-кола. Юля, одна счастливая Юля осталась. У нее есть надежда на завтрашний день, что она попьет колу. Теперь можно жить, работать, зарабатывать денежку на пепси и колу. Да. Я до этого не видела смысла зарабатывать деньги, на что. Я уже в глазах, когда пьет колу. У нас такие вот хорошие стулья есть, такие. Новое положение каждый раз, новый день. Саша, не трогай ее, тут стул опасный. Опасность. Объясни, что происходит вообще. Короче, включила фабрику звезд. Там еще рэп сейчас будет. О тебе. Он должен ее простить, он должен ее понять. А, это другой. Тимати, конечно, да, и он. Улетела. Улетаю. Тимурка-то. О! Он должен ее простить, он должен ее понять. Его любить, любить ему потерять. Давай. Камерос. А сейчас ты ну, какой? Могли раньше. Да. Могли! Это наш ответ BTC! Мне кажется, из-за того, что вот эта воздушная текстура, как будто немножко жарковато. Чувствуется вот это вот. Но после вкуса вот это масляное, жирное. А тут вот из-за того, что они плотные, прям смотрите, они такие более приятные и раскрывается вкус. Потом уже вот это вся состав, с чего они сделаны. Не знаю, знаешь, вот эти я сейчас сравниваю, да, вот эти на фоне Яшкина, это коровка. Это Яшкина. Друг друга, конечно, не выигрывают вот эта коробочка. Но неплохие. Не знаю, очень тонкая грань. Смотрим моменты жизни. У нас был десерт. И ребята десерт, не видели, это, конечно, вообще отвал. Что там они говорят? Десерт я ставлю 10 это звёзд. Это про моей страницы. Я ем и балдею. Развлечения майонез я ставлю понравился. Ну, 8. Пришлось думать. В целом, впечатления очень приятные. Каких драк пока что. Все, я пошла. И Даша просто... Мне не очень понравилось. Мне это не понравилось. Фу. Это развлечение выйти на легкость. Но это право и неадекватностью. Неадекватностью. Самое главное, неадекватка сидит вон там. Снимает шоколадку, как ест, со стеной. Ребята тут послушают за соседями. Это как раньше. Что мы делаем? Саша, не разговаривай. Что ты глухая? Ну да. А прикинь, как нас слышно, особенно ночью. Моменты жизни. Что вы делаете? Давай я подержу, отмечаю. Вот. Мерите рост? Саша, кто выше?
Кто встал? Маш, впереди не на носочках стоит. Кто выиграл? Я! Я все, слушай, со 7 метров. Ну, урыл, ну, урыл. Нет, ну, 3. 3-4. Я почему-то всю жизнь думала, что я выше. А давайте я тоже. Так, у Юли 174. Кто? У меня всегда 179. Момент истины. Куда вы потрошили? Ну, это прямая спина. Петушиные бои какие-то. А ты ниже вас обоих? Ну-ка, сколько? Я больше Юли! Я не поняла, я всегда думала, что я выше Саши, это точно. И я. Вставай. Юля? Шок. Маша, Юля. Ну-ка. Вот Маша. Наш Юлька. Ну, 1.60 и вот 1.70. Зато заслуженно, я считаю, Маш. Давайте Бибу померим. Так, сейчас будем мерить Бибу. Опа! Это ж колено болит. Ну, давай я попрошу ее выйти. Ну, попробуй попроси. Вот это был удар. Это я не ожидал. Я сейчас буду петь. Знаешь, что это? Сайт мне по курсовой, по учебе. Я решила сделать Билли Айлиш, что смотрите, какие страшные вещи. Не получается поставить музыку, чтобы играла. Пока не Билли Айлиш, конечно, музыка для лифта, но что-то не работает. Маша нервничает. Ну, работает, ну так только. А мне надо, чтобы она сразу включалась. Делать. Да хотя бы так, Машулик. И как ты будешь заходить? Послушай-ка я Билли Айлиш. Ну это не то, блин. Я же просто автоплей. Угу. Ну, понимаю, почему? Я же пишу. Просто хочу посмотреть фильм. Ну, ты же знаешь Машу, когда она злая. На тему поддержки друзей, социальный ролик. Хорошо. Если вам грустно и одиноко, и вы не знаете, как скоротать свой грустный последний вечер... Почему Последний грустный вечер. Прекрасная система Майл.ру поможет вам избавиться от этой проблемы. Майл.ру и все проблемы позади. Да подожди, ты вообще не говоришь, это социальный ролик, там люди не разговаривают. Ну, улыбку свою покажи прекрасную, как ты такая, ты открыла? Подожди, давай ты можешь еще раз открыть именно по глазам твоим хочу. Видишь, что ты типа открываешь, и сразу у тебя эмоции меняются. Я хочу отдельно снять, как ты на клавиатуре это все, типа, давай. Давай. Моменты жизни. В общем, я сейчас заставляю Юли со мной идти фикс прайс. Она аж заплакала. Кушает пирожочек. Машулька очень вкусную шарлотку сегодня приготовила, капец. Мама, если ты смотришь, реально очень вкусно, как у тебя. Вот, я говорю, что там пепсы дешевле. Там твои любимые конфетки есть, Юля. Юля, реально, ты же конфеты там все любишь. Она ж плачет. Просто нас с Юлей выходит в крайнем случае, вот раз в неделю, как максимум на 5 минут. Вы не понимаете. Вы реально не понимаете. Не понимаем. Ты выходишь, ты понимаешь, когда перебороть. Ты, там... Не смотри на людей, смотри на нас. Они на тебя смотрят. Нет. Ты видишь, они идут, о чем-то говорят. Ты вольно-невольно слушаешь, о чем они говорят. И ты ногами передвигаешь еще. Жесть, Юля! Вот дочь в нее тоже пошла. Ну не хочешь, не дети, не оставляй. Ну что там тебе про чипсики, про пепсу говорить? Я же знаю, вы мне не купите. Конечно, не купим, это нести еще надо. Все-таки решилась выйти. Такая вот у нас гаранж герл. Это пижамные штаны, ей сказала, если тебе некомфортно, надень мне пижамные штаны. Нет, девочки, давайте я пока... А потом там. Просто мы сказали, что мы купим чипсы, а я не купим в фикс-прайсе. Это манипуляция. Да, это ты же манипулируешь. Я не манипулирую вам, я сказала. Я не пойду. Я не пойду, всё. Поплакала и пошла. Моменты жизни. Неистовый зверь. Юля, ты мой повелитель, моя колыбель, твоя обитель. И если ты уже наверняка плохая девочка.
Симпан Димпл круче. Нет, попыт круче. Симпан Димпл, нет. Завтракать не дают. Машелька, ты сегодня завтрак какой? Расскажу. Хлеб давно у нас закончился. И Машелька чем завтракает? Правильно, картошкой. Картошкой жареной. Называются чипсы. Маша в крови, чипсы плавают. А какие вкуснее? Которые по скидке. Ну, то есть я от... Ну, начиная отсюда до сюда буду красить. Ну, до серединки подними его. До серединки? Всё, всё, всё. Говори. Привет, ребята, опята. Какой-то, а? Так, все, снимаю наушники. Зрители, у нас сегодня новый подкаст нашей рубрики «Я учусь». На какой-то профессии, которую я знаю только по документам. Я сегодня проснулась, улыбнулась, настроение очень хорошенькое. Я сегодня поела с утра, по скидке купила. Бою Александров, мой любимый сырочечки. Ну, это, впрочем, самый вкусный. Рип. А? Рип. А, ну все, да. А можешь его в рот направить себе и поближе? Ну, это динамический микрофон. Ну, да, да, я знаю. Нет, ты его прям наклони, чтобы он к тебе смотрел. Вот так? Да, вот так вот. Вот. Прям максимально? Да, вот, супер. О, все, супер. С республики Татарстан, это как будто отдельно у нас какая-то страна. Многие путают, что это Казахстан, но нет, это Татарстан. Я там был. Да? Представляю. И как вам понравилось? Да. Конечно. Очень вкусно там, и люди приятные, девушки красивые. Да, это я вот оттуда. Мой город славится КАМАЗами и туалетной бумагой с набережных Челнов. А, я был в набережных Челнов. А я оттуда как раз. Видите, ну, как у нас все совпало. Match connect. Моменты жизни. Как ты додумалась до этого, скажи мне? Ну, там отсвечивает от окна, мне не видно ничего. Здесь не отсвечивает. Ты зачем мое грязное зеркало снимаешь? Я даже не снимала твое грязное зеркало, ты сама это потом сказала. Хочешь, расскажу, как это было? Давай. Я, короче, мицеллярку сначала открыла, а только потом додумалась его сглотнуть. И, короче, с открытой крышкой вот так вот она зеркала. Давай, расскажи. Давай, послушай еще раз. Нет, ну погоди, стой, если ты его знаешь, то я не буду рассказывать. Рассказывай. Чем. Ну ладно, опа и пупа. Пошли получать зарплату. Ну, бухгалтерии все перепутали. И получилось... Что? Лупа получил за пупа, а пупа за лупу. Мне просто нравится, что Маша всегда так сносит с этого анекдота. Я уже не второй год рассказываю. Третий, Даш. Третий год рассказываю, каждый раз, как первый раз, разрыв просто. Реально Патиссон, да. Реально Патиссон? Покажите. Реально Патиссон. Где люди? Эдвард. От Эва. Да это не он. Это Патиссон. Так как у нас вечерний ужин, каждый день почти это чипсы и пепса без калорий. Мама, не смотри. Мама, не смотри. По скидке сегодня были вот такие вот чипсики Лейс с Бэтменом. Они же подготовили промо, но не думали, что что так обернется, это все в Россию. Поэтому это единственный Бэтмен, которому мы можем себе позволить. Тут Патиссончик даже есть. Это просто обертка. По факту внутри такие же чипсы. Давайте их будем передавать потомкам. Это вот были времена... Моменты жизни. А Юля в том году покупала землю, у нее в итоге ничего не пошло, и Саша хочет микрозелень сейчас посадить. Дай эту землю. Просит Юле землю. Тебе не дам. Дай эту землю. Нет. Почему я тебе должна давать свою землю? Покупай. Я не дам землю, Саша. Землю дай. Они уже... Что ты там нашла? Чек свои покупки? 23 апреля я купила за 189 рублей грунт Terra Vita живая земля цветочная, 10 литров. Думаешь, я тебе после этого землю дам? Смотри, спи сегодня крепко. Я приду. Нет, на самом кусочек совершенно не ломан. О! О! Вы мне в телефон... Ой! Мама даст. Не говори мой! Да блин, такие лакомые кусочки прям уже вот где вода. У нас Машулька немножко приболела, чувствует себя не лучшим образом. Я говорю, давайте анекдоты почитаю. Ведь как смех-то проливает жизнь, собственно, да, чтобы не чувствовать какую-то боль, надо смеяться. Я вот решила ей тут всякие смешнявки почитать. Приходит как-то новый русский в антикварный магазин и ну что-нибудь купить, перед братой выделиться. Подходит продавца, мол, так и так за цену не постою. Те быстренько смекнули, достали из кладовки какой-то барабан и говорят, вот, держи, этот барабан сам Страдивари делал. Да ну, точно-точно, у нас фирма солидная, клиентов не дурит. Ну, ХП, конечно, купил,
ХП это что значит? А, новый русский. ХП, я думала. Ладно, ну, новый русский, конечно, его купил. Принес домой. На самое видно, поставил это место. Позвал как-то он к себе гостей. Ну и в гости фуршет, собственно, говорит. А вот моя гордость, барабан, который сам Страдивари делал. Братва вся как заржет над новым русским. Ну ты лоханулся, Страдивари скрипки делал. Новый русский сразу же собрался и пошел в магазин. Через полчаса возвращается и с довольным видом заявляет. Эх вы, блин, историю совсем не знаете. Страдивари это делал скрипки для лохов, а для нормальных пацанов он делал барабаны. Биби? Надо что-то покороче. Американские хакеры решили повлиять на результаты выборов в России, но пока просто не могут зарегистрироваться на сайте госуслуг. Эти две мадамы смотрят, как кто-то переезжает у нас из соседей. Вот эти люди переезжают. Или у нас как ойтишник, ойпишник вычислила, где они живут примерно. Давай. 4-5 этаж, и квартира у них справа находится. Вот я вычислила по одному взгляду вот мужика сидячего. А как ты поняла, что его взгляд-то был такой? Ну, он смотрел туда. Они думали, мы упадем. Океан без нравится. Сойдем. Зачем она поет? Зачем она поет? Пиздец какой. Я, главное, сижу на зуме с директором. Океанами мы упадем. Александр у нас нашел себе новое хобби. Делать теперь свечи. Прикольно. Маша, она хрипит. Маша, слушаем звук камина. Звук камина. Слушаем звук камина. На камине не так слышно свечи. Какая ты душнила. Маша, это свечка. Саша сам сделал своими руками свечу. Она должна потопиться. Это наш семейный очаг. Такой же маленький, такой же потухший. Моменты жизни. Тысячи диких лун. Сегодня просто, Алексей, мы тебе столько монетизации за эти прослушивания на кому. Но с ума сойдем. Ну, без тебя мне не справиться. Мы упадем. Давай, как эти тиктокеры. А как они? Ну, я типа... А ты? Я просто. С ума сойдем. Вы же знаете. Ты знаешь, сколько раз я сегодня ее уже послушала? Океанами нравится. Если тебе понравился видосик, то обязательно поставь ему лайк, чтобы я понимала, что мы на одной волне. Ну а также заходи в плейлисты и смотри выпуски за предыдущие месяцы. И напоследок хочу поблагодарить всех ребят, которые поддерживают меня сейчас в финансовом плане на Boosty. Вот все эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, ну и также доступ к видео намного раньше, чем они выходят на YouTube. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.